Всем привет, меня зовут Настя, я студент магистратуры, обучаюсь по направлению водные биоресурсы и аквакультура. С 2019 года работаю в Дель-Рептузе в научно-производственном департаменте морекультуры. Занимаюсь изучением объектов морекультуры и разработкой новых рецептур кормов. В будущем планирую поступать в аспирантуру и продолжать работу в области научных исследований. Если тебе интересны морские обитатели, поступай в Дель-Рептузе.